не лишнее, это интересно. Да. Так. Какие красные. Давайте там, там покраснее. Все, набрала? Там еще есть. Там много, ты же все не соберешь. Все. Идем. Идти. И дальше гулять. И кушать. Потом мы ее помоем, да, Милан? Да. И можно будет кушать. Я все сажала. Сжала? Вон сколько у меня. Ничего страшного. Вон сколько у меня. Ого, вот такие вот карманы надо, чтобы ложить. Мне тоже больше карман. Большой карман, да? Угу. Но чтобы их есть, нужно их помыть. Правильно, молодец. Помните, я сегодня к вам приходила, попросила песик помыть? Да. Пойдемте на площадку. Угу. А кушать-то кто будет ее? Кто сначала... будет кушать? Наверное, я с мамой. Да? Ну, пошлите. У нас Розочка дома превращается в Ванечку. Да. Да, на улице у нас Розочка, а дома Ванечка. О, а у меня есть чем помыть. О, у Саши есть чем помыть. Это моя вода. Сейчас она все помоет вишни. Почти весь сад помоет. Самое главное, что она всю воду не потратила. А если закончится, пойдем набирать воду. Где? Дома? Да. Или у меня, или у вас. Жать? Я не поняла. Пойдемте. Пойдемте. А где мыть эти малинки, мы не знаем. Это не малинки, это черешня. А, черешня. А где мы помоем? Дома помоем, пойдем. А как мы будем кушать сейчас? Сейчас мы не будем кушать. Это же еда наша. Можешь понарошку ляльку свою покормить. Она не любит ее. А мне вчера, когда я приходила собирать вишню, Женя и Вика сказали, что их только в саду можно собирать. Ну да, в городе нежелательно. В саду там витаминов больше. У меня уже некоторые, можно есть вот здесь. Угу. Милан, тебе не жарко? Да. Давай снимем кофточку. Давай Лялю подержу. Нет, не жарко теперь. У меня кукла лягла спать, а мы сейчас пойдем конфеты покупать. А у тебя конфеты уже есть. Да, но мы их пробуем. Да. Очень мало наших конфет. Милан, ты решила, какие-то конфеты будешь покупать? Решила. Не вижу вылетела, да. Сейчас мы уже недалеко, мы уже пришли. Вон тот магазин. Сейчас мы купили конфеты
И сейчас пойдем на площадку. Пошли, Сетка. Это недалеко, а то мы будем быстро шагать. А вот мы сейчас идем с тобой на пляж. Аккуратно, машина. Ну, мы сейчас идем на пляж. Да, перед едой нужно вытереть руки салфетками. Мотоциклист. Всем здорово, здесь еще Эдвин и дупальчик. Который он не будет снимать. Так, я не достаю до мусорки. Нет, мама не будет кушать. Семья свинюшек. Куда ты упал? Ой, ну ладно, как скажешь. Наоборот, чистюлик, вы же вон как руки вытираете. Не расстреляйся. Я там матрица. Я ж уже всех пенит. Я только это оторвал. Руки вот так вот. Сейчас я достаю мне бижунки. Чего тебе? Какая пачка у тебя? На всех хватит. На весь мир. Да, а может мы сделаем какой-нибудь челлендж? Да. Не знаем какой. Давайте будем с закрытыми глазами угадывать вкусы. Саша закрывает глаза. Ну так, я сейчас буду раздавать всем по малинке. Миланочка решила угостить, да, девочек? Настя. И самой мне. А что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Сейчас будет целый день. Лялечку свою будешь кормить? Да. Ладно. Так. Открыть. Лялечка, наверное, такая маленькая, конфета не кушает. Но они-то мягкие. Настю бы покормила. Вот Настя уже большая девочка у тебя. Потом сама съешь. Все, на этом, наверное, мы видео закончим, да, Мила? Да. Скажи всем пока. Всем пока. И подписывайтесь на канал.
ставьте лайки. Лайки. Всем пока. И этим летом Миланочка будет много записывать видео со своими куколками и лялечками, да? Да. Всем пока.